Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор смеси базовых масел нежных для сухой и чувствительной кожи 30 мл. Базовые масла – это не только натуральные масла, которые выступают как основа для смешивания масел эфирных. Это самостоятельный косметический продукт с действенно полезными свойствами. Поэтому базовые масла используются и отдельно, и комплексно с другими базовыми маслами. Смеси базовых масел – это композиция из нескольких базовых масел с разными свойствами, которые обеспечивают комплексное достижение нужного косметического и лечебного эффекта от их совместного действия. Смесь масел нежность создавалась производителем с целью комплексного ухода за пересушенной и гиперчувствительной кожей. Данная смесь предназначена не для разового устранения сухости кожи, а для регулярного применения с целью обеспечения восстановления естественных функций эпидермиса, удерживания влаги и питательных веществ. Смесь масел нежность полезна тем, у кого шелушение, сухость кожи, ее сверхчувствительность и раздражимость от различных факторов. Состав смеси базовых масел нежность таковы. Масло косточек абрикоса – популярное базовое масло для приготовления смесей. Миндальное масло смягчает кожу, быстро и легко проникает в глубокие слои эпидермиса. Масло авокадо обогащает смесь жирными кислотами и натуральными протеинами. Масло жожоба, кроме того, что применяется для терапии кожных повреждений и дерматологических заболеваний, в составе данной смеси обеспечивает устранение отеков, шелушение кожи, устраняя дряблость и сухость. Вот в такой бутылочке мы отправляем смесь базовых масел нежность нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!